С Новым годом! Привет! Меня зовут Володя Соловьев. Я сейчас иду на фестиваль «Просвет», который организуют мои друзья на озере в Черноголовке. Должны быть какие-то... Там должны происходить какие-то мастер-классы. Записался на леттеринг. Пытаюсь туда успеть. Мы наблюдаем, как в дикой природе человек поет для дерева. Эти вот некие элементы могут связывать между собой несколько букв. Мел вообще штука очень простая для тех, кто никогда не писал и хочет освоить вообще всю эту технику, потому что он очень пластичный. Кстати, ничего делать не надо. Я уже думала про это. Ты про меня не прочитала? Прочитала, но я как-то и не знала, когда я приеду. Я вообще не знаю. Я не знаю, это много или мало. Может, это нормально? Попробуй что-нибудь потрогать, где мел. Мало. Как положить? Лак наглядно демонстрирует, что фраза защищена. Кстати, ты нашла, на какую фразу наступить? Думай. Надпись прошла проверку наступанием ногой. Закрепили надпись с помощью лака. Причем я поняла, что я что-то сделала по лицу девушки. По-моему, если ты не занимался волком, теперь ты тут стареешь. Да ладно. Вот, они там щук-щук-щук-щук, да еще нет, быстро. А, хотя они боксы уже зачем-то делают. Нет, они сейчас вот только что под музыку танцевали. Mm-hmm. Там как бы связочка-то большая. Евграф попросил меня снять немного этого мероприятия, вот этого всего, то, что происходит. Вот эти всякие штуки. Сейчас я буду специально снимать рубрика «Репортаж». Это же стол. Настоящий стол. Вещь. А тут происходит шахматный матч. 8 досок сразу. Настоящие васюки в Черноголовке. Да, что-то я такое слышал. Ну, конечно, нельзя было не сказать про васюки. Смотри, вот игра идет. Войдет в анал истории. Это просто. Моя любимая история. Прекрасная полянка. А вот тут дорога рядом. И дорога, конечно же, вся в лужах. Дороги же по-другому не бывает. Почему дорога не может быть без лужи? Привет. Как дела? Фестиваль.
Ну, вот до йоги доведешь? Ну что, садимся? Давай, поехали. Да не, прогуляйся. Я могу тебе помочь закрыть дверь. Ты с камеры, все. Поехали. Все, как дела? Чуть-чуть болит зуб, я еду или его вырывать, если получится, или обезболивающее выпить. Фига. Ага. Ну, успехов. Выпускай меня, я уже приехал. А-а-а. Давай. Чем сегодня угощают? Wok and drinks. Ты попросил снять, я вот снимаю сейчас, чтобы у тебя было, чтобы чемочек. Прям 3 минуты хочешь? Да, можешь прямо сейчас надиктовать. Ну, отличное мероприятие. Да, здравствуйте. Если вы когда-нибудь захотите провести мероприятие в Черноголовке, ударьте себя по голове чем-то тяжелым, желательно табуретом. У меня есть фотоаппарат. Сейчас как тебя представлю, сейчас как все ахнут. Кто с мальчиком? Собака? Собака. Нет. А кто хозяин? В смысле, это легально все происходит? Нет. Мы, честно говоря, не знаем. Нам выдают фломастеры, а чья это машина, никто не знает. Нет, да, мы не знаем, просто. Зато в Инстаграме он лайков много наберет.
группа «Можжевельник». Пока мы настраиваемся, представлю музыкантов.